Хей, окей, сумешмики, мы сегодня поиграем в игруху, которая называется Hellwire History, там что-то Edition. Однажды в Хэллоуин. Приглашение. Так, это у нас типа игруля в жанре я ищу, да, и все в таком духе. Я немного в нее поиграл, типа проверил, как что. В принципе, прикольная, с элементов хоррора. И будем играть продвинутый режим. Для игроков, которые хотят играть без дополнительной помощи. Окей, поехали. Просто, если играть без всякой помощи, то это будет жопом. Приглашение. Джей Джеймс, приглашаем вас сегодня на вечеринку куда-то там. Hey, wait. Да подожди же ты. Hurry up, Jane. Давай скорее, Джейн. Это самая крутая вечеринка в городе. Я не хочу опаздывать. Игра, если что, 17-го, кажется, года, если я не ошибаюсь. Yes, да, вы вроде достаточно взрослый. Заходите. Я пойду найду, где тут напитки. Ух ты. Так, по идее, я должен быть наверху, да? Ух ты, я-то думал, это все рекламы, трюки. А тут и правда вечеринка века. У нас тут, в принципе, скелеты летают, духи, призраки, а девушка-кошка, ведьма. Мисс Джейн Стоун, я полагаю. Мы давно уже ждем вас, Джо. Вы у нас особенные гости, поверьте мне, вечер будет незабываемый. Я не буду тратить время, короче, буду сразу все делать. Ну и ты видишь мое лицо? Понятно, значит, нас... Не обманули. А, значит, это настоящая нечисть какая-то. Так, окей. Что такое, допустим... Так, это все было обман зрения. Но теперь я в ловушке. Шкаф. Нет, там не... Так, там не получится занавески. Где же спрятаться? Камин. Фу. В камине куча пепла. А диван. Куда она подевалась? Выходи. Твой друг у нас. Так, они поймали Джо, я без него отсюда не уйду. Новое задание, выберитесь из комнаты. Так, у нас здесь с вами есть что трогать. Да, хорошо, достижение, скидит, перейти в коллекцию, достижение. А, первый шаг, найдите, но это мы не будем заниматься с этими достижениями, все в таком духе. А, я уже знаю, что тут примерно нужно делать в этой комнате. Так, раз, изменяющиеся предметы. Хорошо, погремушки, это херня. Здесь нам нужны кусочки. Так, карандаш. Карта, у нас есть с вами теперь карта. Пол, пазлы, головоломки, фигурки, достижения. Фигурки, что это фигурки? Ага, скелеты, йети, монстры, всякие ведьмы, ясно. Хорошо. Это можно, конечно, и так сделать, типа закрыть, но чтобы не мешал. По-любому. Ага. Так у нас здесь много всего будет, хорошо. Так, осколок, который нам нужен. Так, шурупы можно раскрутить любым плоским предметом. Так. А похоже на крышку люка, нужно чем-то подцепить. Так, там грязненько. Шарф, либо какая-то херь. Застряло, нужно найти какой-нибудь инструмент. Добро. Так, мне бы кусок ткани и какую-нибудь палку. И я справлюсь. Вот это на самом деле меня напугало в начале. Так, еще кусочек. Так, да-да-да, ужасный клоун. Что бы это такое так дать, чтобы он мне взамен отдал лезвие? Здесь маленький инвентарь, поэтому придется очень постоянно вот так передвигать и лучше не собирать до хера хлама.
мини-игру, я эту не проходил, я ее сразу пропустил. Так. Хорошо. Так, так и так. Да, а чё я эту вообще деталь держу? Подождите. Угу. Угу. Ладно. Куда? Хорошо, теперь мне нужно вниз. Так, вот это будет немного... Вот оно, понимаете, как бы цепляет и не цепляет. Оно, типа, само удерживается, а потом, типа, сбрасывается. Так, вот это будет сейчас тупо стоять. Куда? Оп. Оп. Готово. Так, фотка. Видимо, эта женщина каким-то образом связана со всеми ужасами, которые здесь происходят. Так, этот Хэллоуин твой последний шанс. Помоги мне ее поймать, и ты получишь то, что хочешь. Так, монетка. Монетка нам нужна, нужна шкаф. Отлично. У меня от этой тыквы мурашки по коже. Так, ну здесь, короче, нам нужно, прежде чем что-то собирать, искать летучих мышей, чтобы открыть вот такие вот, как сказать, ячеечки. Но теперь нам мы могли сразу собирать предметы, открыв одну ячейку. Так, у нас, короче, здесь звездочка, звездочка, звездочка. За нитками. Так, достижение разблокировано. Тыква, деталь, готово, все. Сюда мы добавляем глаз, скелета сюда. Паук типа напугал, хорошо, он убежал. Открываем. Какая-то еще стрёмная кукла появляется, нам дают еще одну часть медальки. А, так, сюда. Ага, и вспоминай. Вспоминай, где я видел последнюю. Подушки на подушке. А что мне нужно? Цветок. Ну вот, чисто быстро искал. И все, теперь хер знает где. Так, вот какая хер. Нет, это не она. Вот цветок. Блин, я не знаю, ну... Оранжевый. О, точно. Так, тут деталь. И последний оранжевый цветок. Что-то душно. Опять трубы горячие. Ну, сделаем вид, что я ее не вижу. И возьмем подсказку. Либо можно попытаться найти ее. Клик-клик-клик-клик и найдем. Цветок. Я же тебя видел, подожди. Ладно, не вижу. Точно. Череп, точно, точно. Я забыл, что я туда засунул монету. Класс. Так, вешалка. Вешалка нам... Отлично. Да, для чего-то пригодится. Вешалка, чтобы подцепить. Что за ужасные тыквы? Дурдом какой-то. Мне от этих тыкв до сих пор в дрожь бросает. Так, буковка N. И того у нас уже с вами есть то, что нам нужно. Первое, N. Оп. Так, он сбросил лезвие сюда. Ткань.
и юзаем палку. Забираем, что здесь есть. Так, фрагментик. Ага, найс. Что тут? Да, страшно обосрался. Чинка. Лезвие. Это нужно типа разорвать, чтобы достать то, что у меня там внутри находится. Тёмная маска. Так, теперь детальки. Готово. Карандаш нужно чем-то застрить. У нас есть чинка. После нам нужно, короче, так, если эту картину чем-нибудь заштриховать, заштриховку мы сделаем карандашом. Все, после того, как я закончил с вот этим, а я дальше не играл. Поэтому разбираемся. Блин, ну конечно это долго все. Вертится, крутится медленно. Ага. Ага, круто. А как тебя выровнять? Ага, все выровнялся. Так, вниз, вверх, вверх, вверх. Хорошо. Что-то оно как-то неровно. Что-то оно неровно. Так, вверх-вниз, вверх-вниз. Так, так, так. А что неправильно? Здесь детальки идут туда, куда надо. И прямо снизу вверх. Так, так. Штрих, штрих, штрих. Здесь не хватает. По прямой, вниз, вверх, вниз, вверх. Понял. Так, я это сейчас момент не уловил. Вниз, вниз, вниз. Ага, вот это середина, хорошо. Нет. Вот, по идее, да? Почему здесь две их? То это наверх. Наоборот, правильно, все. Так, сюда, вниз, 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 вниз. Здесь должна быть прямая. Готово. Все. Так, достижение быстрее молнии. На самом деле дольше делать, чем молния. Так, это нам нужно, сказали, зажать. Так, я думаю, я этот замок могу вскрыть хоть кусочком. Чего? Проволоки. Так, надо поискать какие-то предметы в форме черепа. Что в глазу есть. Так, ребята, дальше я не знаю, что. Так, погреб. В погребе что-то да есть. Ага, изменяющийся предмет. Хорошо. Еще что-то активное. Я с тобой что-то... А, те, вот ты что. Это черный херь. Ну, знаете, это не сравнится с... Так, либо у меня галлюцинация, либо тут какая-то магия. Одно из двух. Но это точно не сравнится у нас с мертвым космосом, поэтому... Как-то так. Пока что все понятно, что делать. Так, задание выполнено. Выберитесь из комнаты.
Так нужно тихо вести себя, а то они услышат. А, типа, куда мне идти, да? Ну, тише всего было бы вот это, но там досок до хера. Все. Так, тише воды. Пройдите по коридору, не надев шума с первой попытки. За быстрой молнией 1 минута. Так, мини-игра пройдена меньше, чем за минуту. Серьезно, мы ту херню за минуту прошли? Первый шаг, найдите первый коллекционный предмет, найдите первый фрагмент фотографии. Образительность 3 предмета в СПП в одном за 3 секунды. Ништяк. Так, он теперь так. Эх, он меня чуть не увидел. О, на этот раз пронесло. Ты ж не идешь обратно. Так вот где они держат Джона. Нужно пролезть в заднее крыло. Пробраться в заднее крыло. Так, выясните, где Джо. О, я, кажется, знаю, где искать Джо. Прикольно. Так. Так, ой, слишком высоко, надо туда как-то забраться. Ворон. Что у нас по карте? Это все закрыто, но сделано, нам нужно в кабинете все это находить. А, так, вы здесь. Ага, значит, это Херойна, значит, я. Так, сюда нельзя, текущее задание. Хорошо, фрагменты пазы, нету текущих заданий. Хорошо. Что на столе? А, так, в ящике стола есть секретная карта. Так, ищем шахматы и устанавливаем шахматный турнир. Хорошо. В ящик открывается каким-то замком. Нам нужно еще 3 значка. Тогда я понял, что магнит нужен. Так, где-то пазлы. О, тихо. Ага, это к этому относится. Так, черепок. А, кладовка. Кладовка. А где же искать ключ? Так, стоять. Тут что-то есть, пазла. Так, западное крыло. Заложников держать здесь. Без карты не выходите. Оголенный провод. Где мой изолента? У тебя разве есть изолента? Насколько есть хлопушка, ткань, я не знаю. Нет, не работает. Так, мы шкатулку нашли. Стоять. У нас как раз 2 черепа. Бинго. Летучая мышь. Хорошо. Так, бутылка, фрагментик. Ни хрена себе паук. Фу, я ненавижу пауков. Ай! Тут нужно применить силу. Давай я его. Я не знаю, чем его. Тряпкой раздави его. Фу, он мерзкий. Так, магнит. А что ты? Так, пальцами пробку вытянуть очень сложно, если невозможно. Что ты предлагаешь? А что ты мне тогда предлагаешь? Закрыто. Ладно. Сразу ставим то, что есть. Водка, клей и непонятненько. Табурет подставь и забери магнит. Скорее всего, магнитом мы примагнитим эту херовину, которая там находится. А что у нас в бутылке? Непонятно. Ой, хорошо, паук. Давай... А, тю! У летучей мыши была последняя. Так, это ключи. Ключи от кладовища. Кладовка. О. Привет, коллекционный вампир. Так. По карте.
Кабинет и кладовка нам только доступна. Хорошо. Что? О, меняющий знак. Какое же тут все странное и непонятное. Вы знаете, так как куклы были вот так очень давно. Куклы, которые типа нажимаешь, они бывают песенки поют. Такие существовали. Здорово. Я и так пауков боюсь. Плюсую. А тех, которые вылезают из птичьих черепов и подавно. Так. Ух, ничего себе. Вот уж не хотелось бы я встретиться с ним лицом к лицу. Потусторонние. Очень загадочные существа, нам так и не удалось изучить их физиологию и способности. На одно известно точно, они опасны. Хорошо, держим в курсе. А мне получается фрагментик сюда, да, тоже нужен. Так, это надо срезать чем-то острым. Хорошо. Так, давайте пока что то, что у меня есть. Первый магнит. Второе действие. Забираем. Следующее. Изолента. Летучая мышь, не страшно. А здесь, по идее, рычаг должен быть. По идее. По идее. До свидания. Какой ужасный дом. У меня, кстати, было дурное предчувствие по поводу всей этой вечеринки. Ну, знаешь, мне нужно было идти. Он не видит, он нас не видит. Я не знаю, ее Джессика, да, ее? Слава богу, он меня не увидел. Когда же я отсюда уже выберусь? Так, что мы подобрали? Рычаг, хорошо, у нас есть ножницы, рычаг и ножницы. Здесь кладовище, что это? Текущее задание. Так, дверь закрыта. Так, хорошо, кабинет, секрет, не текущих заданий, фрагмент. А кладовище, а что в кладовище было? Какое же тут все странное и непонятное. А, прорезать, стоять. Моя дочь с детства была так больна, медицинская бессильна. Все же есть один способ ее спасти. Так, медведи, дай найти 4. Это не... Наверное, и есть та самая больная девочка. Мамочка, я тебя так люблю, Энджи. Так, в настоящее время состояние неизлечимо, боль так... Больные острым полями летом умирает к 13-14 годам. Похоже, это очень серьезный диагноз. Жаль, бедняжка. Так, имя Эджи, фамилия Блэквуд. Блэквуд? Ого. Где-то я слышал Блэквуд. Ладно, фильм, сериал, я не помню. Что? Так, женский, лечащий врач, доктор Гессерт. Номер, бла-бла-бла, отчет. Что там? Биопения костического мозга, фрагментирование так присутствующих. Короче, много всего. Мишка. Так. В древних реликвиях я нашла портал и впустила в связь с потусторонними. Потусторонние — это жители параллельного, неизвестного нам мира. Так, найдите черепа. Раз... 2, 3. Так, все видящие — это те, кто видит темные субстанции. Их кровь запечатанная в врата между мирами запечатывает. Мы заключили договор. Я арендовала особняк и организовала ловушку для Джейн Стоун, последний из родов всевидящих. Это типа мы, да? Так, найдите воронов. Так, балкон, спальня, коридор. Хотя я и попалась в ловушку в этом проклятом доме, я обязательно отсюда выберусь. Ворон, ворон, ворон.
небольшое ее вознаграждение, ее друг из так приюта согласился мне помочь. План сработал, скоро посторонние вылечат мою дочь. Что? Все это время они за мной следят? Это фотки из реальной жизни, так как я понял? Жен мой друг. Он никогда меня не предаст. Скорее всего, это какой-то обман. Это я. Они что, следят за мной или что? Это настоящее фото. Так, что там? Найдите листья. Раз. Два. Три. Четыре. Люблю такие игры, на самом деле. Так, символ смерти. Так, какая-то находка. Думаю, это пригодится. Рука. И глаз. По-моему, это зеркало проклято. Лучше держаться от него подальше. Плюсик. Так, все, да? В принципе, на... Текущее задание здесь. А мы могли выбраться или нет? Так, нужно наклеить все фрагменты на бумагу. Клей. А, ну здесь у нас легко, у нас тут фрагментики показаны. О, нормально. Достижение. Потрясающая проницательность. По карте. Ну, что это хоть? Фрагмент. Фрагмент фрески. Нет, ладно. Но без карты лучше туда не соваться. Так, у нас есть карта. Алло, у нас карта есть. За ленты. Чё сделать? Камон, я нажмал. Ну, я здесь. Если найти верный, можно... Так, можно газ прикрыть. Винтель. Так, верить, давай сначала влево. Это тупик, понятно. Так, молоток. Хорошо, назад. Молотком сломать. Ну, мы винтель нашли. Перепрыгнуть она не сможет. Так, стоять меню. Нормально, они не страшные. Фу, пронесло. Не увидели, нужно идти дальше. Давайте. Черно-черно, без света вообще ничего не видно. Как они выглядят? Вглядываются. Не знаю, нам нужно текать. Выход. А, фонарь, я понял. Здесь, по всей видимости, нужен особый амулет. А скорее всего, в той темноте. Здравствуйте. А, нужно фонарь где-то найти. Мамочки родные, все эти страшилки меня сейчас с ума сведут. А что это, типа манекена? Доска. А там ящик какой-то есть. Слушай, не, я понял, куда мне доску. Ты чё? А показалось. Доску, поехали, у нас время уже подходит. Как-то нас... Тут как на свалке. Валим. Так. Где-то амулетик. Я вам... Так, подстроила, все устроила, а вы все равно... Так,
упустили. Мне нужно увидеться с дочерью, с малышки глаз не спускать. Он не убежит. Мы его закрыли в спальне. Так, нельзя терять минуты, надо выручать Джона. Так, выясните, где Джон. О, тихо. Новое задание. Войдите в спальню. Маска. Давайте, я думаю, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.